Сегодня я расскажу про ремонт привода подборщика класс 44. Какая основная проблема и с чем сталкиваются люди, когда хотят его отремонтировать. Давайте вот на примере 44-го рассмотрим. Как раз здесь вот есть снятая цепь. Значит, как он состоит у нас? Узел привода со звездочкой. Вот, за ним стоит беговая дорожка. Она, кстати, вот чугунная. И стоят подшипники, которые бегают по этой дорожке. И здесь еще стоит подшипник вот в центре, на котором держится вот этот вал. Эти подшипники выходят из строя. Как центральные, так и вот эти ролики на беговой дорожке. Плюс сама беговая дорожка, она чугунная, она протирается. Бывает вот как выработка здесь, бывает лопается она так, вот так бывают лопины. Вот, ее надо поменять. Чтобы все это дело поменять, туда добраться, нужно снять вот этот узел. В чем проблема? Проблема в том, что вот эта крышка, она металлическая. А здесь, которая сзади крышка стоит, она чугунная, вот эта ступица. И когда вы ее распрягли, эта крышка легко снялась, металлическая. Здесь, кстати, вот между ней и звездочкой стоит ферадо с этой стороны. И вот с этой стороны стоит ферадо. И вот этими пружинками она поджимается. И, соответственно, когда нагрузка большая, она прокручивает. Тем самым разгружает подборщик сена, чтобы не погнулись механизмы. Вот, распустили, сняли крышку, убрали ферадо, сняли звездочку, убрали второй ферадо. Начинаете тянуть вот эту крышку чугунную, она лопается. Потому что она очень плотно сидит на валу, и стянуть ее практически невозможно. В этом случае она приходит в негодность. То есть съемником ее только ломаешь. Вот, как мы не пробовали, чем снять, ничем не получалось. Вот сейчас зайдем на склад, и я покажу, какой выход из этого положения мы придумали. Итак, продолжим. Значит, вот эта деталь. Ступица вместо чугунной заменена на металлическую. Вот так она выглядит. Одеваете ее на вал, на шпонку. После этого кладете ферадо. Вот сюда, на это место, укладываете ферадо. Потом идет звездочка, опять ферадо вот в этот паз, и сверху закрываете крышкой. Вот узел получается в сборе. Новый, который будет долго ходить, его можно снимать по 150 раз, ничего с ним не будет, так как металл обычный, он имеет определенную пластичность, в отличие от чугуна. Поэтому его можно снимать, менять подшипники. Кстати, вот беговая дорожка. Это подшипнички именно для 44-го. Есть такие для 46-го, для 250-х, 40-х дорожки. Вот, вот центральный подшипник, как он выглядит. Вот такое колечко у него. Вот так проворачиваете его, он зажимает на валу. Вот, вставляется он вот в эти пазы. Два паза вот так вставляете, там три проворачиваете там его, потому что тут он вот сферический. Так его просто не вынешь, не вставишь, только проворачивать надо. Это если будущее на ремонт кому нужно будет. Информация. Вот, в принципе, вот эти узлы самые распространенные, которые ломаются в этом подборщике. Вот, если что, обращайтесь к нам в компанию «Сено-Солома» в Воронеж. Все это есть в наличии. Поможем, отправим транспортной компании, работаем любой. Спасибо за видео. Если понравилось видео, ставьте лайки, задавайте вопросы, спрашивайте. Будем отвечать, помогать.